Сьогодні буде репертуар, ну, як сказати, для органних концертів це доволі незвичний репертуар. Частково він традиційний, це Бах, це транскрипції Вівальді, це французькі майстри, Лангле, Турнемір та інші. Але разом з тим вони сьогодні разом з Анною Шпак заспівають кілька українських арій з опер наших майстрів. Erwin Feinz, who was a Franco-Ukrainian man, and he was shot by Russian gunners in June. His name is Vasil Slipak. Maybe you know him. He was a famous singer, opera singer, and especially I want to dedicate this concert for him and for all the people who work for the liberty in Ukraine. Жан-Мари выехал из Парижа, я посмотрела в Google, значит, сразу загуглила, 2560 километров от Парижа до города Николаев, 27 часов ехать, представляете? И он мне пишет в Фейсбуке, значит, ждите меня, пожалуйста, в Николаеве, например, в 17, потом переписывает в 18, потом пишет в 19. Ну, я думаю, ну вот... Мне же надо сесть в маршрутку, понимаете, в 17-20 я сажусь в маршрутку. И тут приходит уже, когда я еду, давайте в 20. В результате он приехал в 22. Он заблудился в Николаеве. Я уже выпила весь чай на автовокзале, который можно было выпить, понимаете. И тут он мне чуть ли не плачет, звонит мне с телефона лайфовского и говорит... Сначала он начинал на английском, закончил на французском, и я понимаю, что он в отчаянии. И тут он дает трубку какой-то женщине Николаеве. И она говорит, извините, но, по-моему, он заблудился, он чуть не плачет, знаете. Я говорю, вы поймите, я сама Николаева не знаю. И тут до меня рождается идея, значит, я подбегаю к таксисту с телефоном. Говорю, женщина, объясните таксисту. И он меня, говорю, подвезет к вам. И вот с таксистом мы поехали в другую часть Николаева. Это было уже 23 часа. И мы поехали. В 5 утра мы приехали в Мариуполь. Thank you.